Всем, ребята, привет и добро пожаловать. Мы продолжаем играть в арку. Сегодня я вообще один. Погода, видите, не особо благоприятная. Дождик. Ну, нам, в принципе, не помеха. Мы все равно пойдем сейчас с вами в воду. Я вам сказал, что я покажу подводные пузыри. И сейчас вот мы пойдем туда, в подводные пузыри. Так, возьмем мой дельфинчик какого-нибудь. Чтобы побыстрее плавать. Вот тебя и возьму. Так, давайте переоденемся быстренько. Икс. Икс. И вот так. О. Ну-ка. О. Все нормально. Ой, тут наставили рыбешек всяких. А, я выплыть-то смогу? Алло. В эту сторону, понятно. А вот сюда. О! Смогу. Давайте дверь закроем. Чтоб всякие манты не прилетели. И не захавали. То очень уж злые манты. Итак, погнали. Включаем скорость и погнали. Так, первый пузырь я точно знаю, где находится, ребята. Поэтому его будет несложно найти. А вот второй, не знаю, найду или нет. Я в пузыре был всего один раз. Поэтому... Так, есть, есть. Мяско есть. Чтобы быстро регенерировать стамину. Так, поплыли. Чё-то на серваке становится дико скучно. Всего на серваке два живых трайба. Наш, Пусы, и наши союзники, медведи, Russian Bears. Чё-то как-то становится скучновато. Чё-то тут уже поступили предложения вынести... Так, нам вот туда надо, да? Ориентируйтесь, ребята, вот на эту голову. То есть первый пузырик около неё. Не знаю, будем переходить, не буду. Олег вроде как хочет перейти. Там, правда, рейтинги еще меньше, 5x всего. Но, как я говорил, мы нашли один такой чит-баг. Как убить альфу практически на халяву. Итак, вот мы... Вот он, пузырик, пожалуйста, ребята. Значит, нужно заходить с пузыря, не забудьте, всегда снизу. Сверху никогда не заходите, потому что вы провалитесь в пузырь и разобьетесь. Вот. Подплываете сюда. Животное оставил я здесь. Вон, на пассивке, отлично. Потом иду к самому дну. Вот так вот. И продвигаюсь к пузырю. Потихонечку. И все. Здесь уже можно снять очки, баллон и ласты. О, пожалуйста, мы внутри пузырика. Видите, красиво как. Отражение. Прикольно, здесь деревья есть, трава. Прикольно, да? Вот в таком пузырьке можно жить. Построить базу. Вон, смотрите, даже железо есть. Деревьев, ну, совсем мало. Тут 2-3 дерева всего. Вот железо есть, камушек есть, трава есть. Сюда можно животных натаскать. Вот. Смотрите, кстати, заметьте, вокруг, ну, зрения, когда смотришь такое, видите, такой как бы ореол по краям экрана, видите? Это типа мы как будто вот в пузыре. Я не знаю, может это имитация, то, что мы под давлением каким-то здесь. Или что-то типа того. Я так не осматривал сильно пузырь. Металл я даже не видел. Кристаллы даже есть, смотрите-ка. Прикольно. Во втором пузыре, я знаю, есть это... жемчуг, чуть-чуть есть жемчуга. Ну что, пошли тогда. Другой, видите, как издалека красиво выглядит. Это пузырь, где соединяется пузырь и колонна. Отражение такое идет. А вот дельфин наш. Смотрите, видите, отражается дельфин в камне. То есть камни в пузыре. И... Ой, так, заходите здесь немножечко. Надо сбоку. Можно подпрыгнуть, в принципе.
Так. Я так и сделаю. Так, вот, ну видите, на грани. Переодеваемся. Одеваемся обратно. Берем, одеваем. Ой. Очочки. Дыхалочку. И тапочки. И просто вот так вот переходим. Оп, и мы в воде уже, видите? Идем к нашему дельфинчику. Опа. Так что учтите, ребята, сверху не заходить. Я уже один раз попробовал. Было очень больно. Еще раз хочу вам показать, где это находится. Вот, видите, гора? Практически около нее. Около острова этого дьявола. Так что... давайте, ищите сами. Очень интересно. Такое местечко интересное. Строительство можно тут отбабахать нехило. Ага, сейчас. Иди в баню. У меня жизни мало, так что иди в баню. Так, второй бабл. Я не помню, где. Вот второй бабл, ребята, придется искать. Потому что я вот что-то как-то не особо сильно заприметил. Тут-то легко обнаружить. Второй. Сейчас, ну и сейчас найдем его. Главное не упустить его. Тоже где-то здесь снизу. Только дальше намного, по-моему. Сейчас поплывем, найдем. Он тоже как-то как в обрыв, раз и вниз. Поэтому буду поглядывать вниз. Сзади нас нету хвостов. Так что поплывем. Так, насчет, да, насчет смены сервака. Блин, не знаю. Менять, не менять, ребята. Как? Просто здесь уже все есть, в принципе, уже все. Только нам прокачаться, в принципе, потому что мы еще не топовые с Валеркой. Вот. Ну, в принципе, прокачка это не проблема. Крафти сиди, да вот тебе прокачиваться будешь. Не знаю. То есть и хочется, и как бы... вроде говорил, что не хочу уже больше менять серваки. Не знаю. О, вот это что ли? Что, нашел что ли? Ага, фигушки. Он так вроде не очень далеко должен быть. Сейчас переплывем здесь. Смотрюсь на всякий случай. Так, тут нет, тут нет. Темнеть еще начинает. Ну, темнеть он, в принципе, светится, так что неплохо. Так, вот пошли эти большие. Рыбины. Кстати, рыбины вот эти большие мне, ребята, офигенно понравились. Просто офигенная рыба. Надо чуть повыше залезть, чтобы в них не вляпаться, заодно будет хорошо видно сверху. Так, это мы где находимся? Вообще. Так, тут нету. Это мы где вообще находимся? Ну-ка. Так, ага. Вот где-то вот здесь, вот да. Это вот тропики. Тропики где-то здесь вроде было. Сейчас. Надеюсь, я найду его. Я тогда с Олегом плавал. Он мне показывал. Он сам, правда, первый раз там тоже был. Нету. Тоже. Ой. Так. Сзади никого. Чуть-чуть отдохнем. Стаминку восстановим. Тут вот эти удильщики, засранцы, вообще достают капец. Мы вчера с Олегом плавали, они нам всю душу выпили. О, покушал. Восстановил. По-моему, здесь где-то. Координаты я точно не помню, поэтому... вот он! Yes! Yes! Склероз не подвел. Отлично. Итак, ребята, еще раз всплываем вверх, показываю где, на что ориентироваться. Так, всплываем. Так, о! А, как раз прямо за островом, ребят, вот за этим островом. Потом я на карте еще раз покажу. Я на карту потом открою карту и стрелками покажу, где первый, где второй. Примерные районы. Так, опять идем к самой земле. Тыкаться вот так вот бесполезно, он не пройдет. Сразу предупреждаю. Водоплавающие туда не пролезут. Так, к земле, чтобы не удариться. И потихонечку. Проходим. Оп, мы прошли. Так, разоблачаемся.
Так, и пошли посмотрим. Пошли. Тоже видите, так вот. Вот деревенчик наш стоит. Пошли. Тут вот так горки он такие небольшие. Вот жемчуг я говорил, пожалуйста, я не ошибался. Вот домик тут есть, который вражеский был. О. Мы их тут нашли, он, видите, клетку посадили. И ограбили. Они были взорваны, у них животное еще здесь был, этот спинозавр. Вот, Алекс вынес его. Да, они вроде сами приходили, вынесли его. Так что мы здесь немного их ограбили. Кстати, самое интересное, их вынесли, а шмотки никто у них не вынес. У них были красные легендарные шмотки, прикиньте. Не знаю, весь комплект или нет, но были. Наверху там вроде тоже какая-то пещера, я так и не понял. Туда надо как-то птицу сюда как-то тащить. Короче, не знаю, ребят, очень интересное место. Надо как-то птицу сюда притащить, чтобы туда наверх взлететь. Дактили на кашке. Тут цветочки, деревья, три дерева, кажется, тут. Как раз нужны были деревья. Так что вот так вот. Ну, прикольно, прикольно. Деревья вон такие большие, красивые, раскидистые. Классно. Скоро еще будет обновление в игре, введут секвою. Так что можно будет дома на деревьях строить. Естественно, как это вообще будет реализовано. Просто интересно, да. Дом на дереве. Вспомни детство называется, да? Как в фильмах американских. Папа, построй мне домик на дереве. Так, отдохнем чуть-чуть. А, надо покушать. Давайте покушаем. Так что, ребята, вот такие вот пузырики. Подводные пузырики такие. Так, одеваемся опять. Сейчас еще раз снаружи посмотрим. И выходим медленно, аккуратненько. Опа! И мы в воде. Опаньки. Вот так, ребята. Так что пользуйтесь такими интересными местами. Видите, тут пузырь уходит... Кстати, ну-ка, сейчас посмотрим сверху. Пузырь уходит в скалу. И такое ощущение, что там пещера внутри. Вот ее бы обследовать было бы очень интересно. Но у меня пока возможности такой нет. Ваша птичку сюда мне не притащить. Надо посмотреть, какую там надо кашку или что там. Олег говорил, что там какую-то надо дать ему. Чтобы животное могло под воду дышать. И сюда можно его пригнать. Вот. Так что вот так вот, ребята. Давайте на нем глянем, что там внизу еще. Какие у нас тут есть животины есть. Так, о, жемчуг. Не, ну сейчас я не буду здесь собирать жемчуг, потому что здесь много этих. Блин, налетают вообще кучей. Как они, нудильщики. Нудильщики, это нудильщики, нудная рыба. Один раз кусишь, она отойдет. Постоит, подумает в уголке. А дай-ка я еще раз подойду и укушу. Так, это у нас кто? Акула нафиг тебе. Вот так вот, ребята. Ну, все, в принципе, показал, что хотел. Может, потом еще пещерку какую-нибудь покажу. Давайте поближе к миру плывем. Тик-тик-тик, сзади нас никого. Кого? Давайте тогда домой. Не, давай, доплыву. И там уже выйду. И заодно вам на карте покажу, приплыву, сейчас покажу. На карте видео здесь подставлю стрелочки, где находится. Так. Так, под водой это мы с Олегом вчера плавали. Хотели найти там мозазавра, ихтиозавра. Ой, ихтиозавра. Плезиозавра, вообще нифига нету. Не знаю, где они водятся, чё. Может, их вообще на этой карте нету. Не знаю. Кто знает, напишите. Сплавы, посмотрим. Но мы вчера тут все обшарили по дну. Все просто вдоль и поперек. Два каваланга ухайдакали.
знаю, что байда какая-то. На их вчера на рыбине на это, на большой, на до короче, Япония такая большая здоровая рыба. Додо, короче. Вот, я на дельфинчике катался. Нифига не нашли. Просто шли, практически вот туда уползали. Вдоль границы шли, они обычно там где-то шляются далеко от карт, по карте. Ну, не у берега. Глубоко и далеко. Где-то там болтаются. Нигде нету. Только вот эти большие здоровые рыбины. Я уж смеялся, говорю, может, их всех сожрали. Не знаю. Да. Думаю, где? А, думаю, вот его. Плывем дальше. Ну да, вот первый пузырик. Плывем дальше. А Валерка один раз плавал, не знал про эти пузырики. Плывет, 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 куда нырнул. И прямо, видимо, сверху в крышу провалился туда. И чпок разбился. Молодца. Ну, эти не знали, что есть такое. О, стамина включилась. Отдохнем немного. Эх, так что аккуратненько надо быть с такими местами. Ткнул пальчиком, ткнул рогаточкой какой-нибудь. Не убило, значит, можно проходить. Плохо, к сожалению, видно под водой, хоть и в очках, но все равно плоховато. Так, плывем, плывем. Сейчас заплывем домой. Валерыч, он зашел сейчас и вышел. Ты ведь меня расстроил, Олег ушел на другой сервак, ты меня расстроил. Только обустроили здесь. Ой, блин. Ну ладно, посмотрим. Может, действительно будет интереснее развиваться всем четвером сразу. Тань тоже, наверное, туда свалит. Чё ей? Просто здесь, ребята, вообще никого нету. Ну, не ругаться же с союзниками. Так, я туда плыву? Я вообще туда плыву? А я вам переплыл, алло. Он пока говорил, да, не туда переплыл. Так, вот дом. А соседи вот. Ну, не союзнички это не союзнички, но как сосед. Кстати, не знаю, вынесли их, не вынесли. Вот приплыл я. До дому. Вот, до дома мы приплыли. Вот зараза-то, а? Ух ты, зараза какая. Попробуй сожрать меня. С моим... С моей скоростью это можно. Надеюсь, она небольшого уровня. Где раза такая? Мимо. Ой, подануло. Просто у меня жизнь это тут децл на этом дельфинчике, ребята. Ты где? Так, попадаю, не попадаю к этой заразе. Надо рыбину ту, блин, вытащить. Не успею. Надо поменьше стамины использовать. Я и так успею вывернуться. Где он? Ой. Ой, вкусил, зараза. Не, нормально, уже в крови. Селедка в крови. Сейчас соусы будут. Собственно. Сейчас мы эту селедку загрызем, ребята. Акула хороша, конечно. Но она... очень плохо поворачивается. Впрочем, как и та большая рыбина. Он тоже очень-очень медленный. И очень неразворотливый, ребята. Очень, просто капец какой. А так танкует вообще просто мясо. Это просто... танк из него бешеный.
почти завалил. Как маленький экшончик под конец серии. И дельфин, конечно, вещь. О, все. Маленького заодно накормил. Кушай. А что ты не кушаешь его? Маленький, что ты не кушаешь? О, кушай, 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 кушай. Кушай, дорогой, да, заслужи. Вот. Даже надо сваливать, пока манты не привязались. Вот манту мне уже не завалить. Потому что они нападают чуть ли не стаи. Сваливаем. Так, заходим. Опа. И закрываем двери за собой. Ой, дай пройти, дай пройти. Через верх. Ну-ка. Закрываются нормально. Итак, ребята, сейчас я выползу на берег. Так. Переодеваемся в нормальную одежду. Стейкс. Шляпка. Рубашечка. О, кстати, я не знаю, показывал, не показывал, какой я шмоточкой. Черный перекрасился. Вот. Вот так я выгляжу. Прикольно. Мне нравится. Так. Выходим. Так, что ты тут бегаешь? Ну давай уж и тебя зарубим, чтоб ты уж точно не мешал нам. Маленький. Был маленький, было неинтересно. Так, вот. Надо как-нибудь встать вот так, во. Вот так вот встанем. Вот, ребята, и здесь я вам стрелочками покажу, где находится первый пич. Погодите. Давайте меню вот так вот уберем, чтобы не мешало нам. Вот, где покажу, сейчас находится, где первая. Находится она вот здесь, вот около этой горы. Остров Дьявола, о которой я говорил. И вторая находится рядом с вот этим вот островом. Такой, не знаю, как его назвать-то даже. Это точка респана, как-то Tropical South. Южные тропики, или как-то так называется. Вот, а что здесь вот я тоже обозначу, пример. Ну, я говорю, приблизительно укажу. Вы уж сами ищите. Самим-то интереснее будет. Вот. Ну что, тогда на этом мы заканчиваем серию. Не знаю, в следующей серии, как мы увидимся, на этом сервере или на каком. Но нашу крепость бросим, не бросим, не знаю. Так что, до встречи. Всем покедова. Пока, ребята.